стой! Опасная работа! За ходом спасательной операции наблюдают 200 членов жюри. За право стать лучшим спасателем состязаются 22 команды, которые прошли отбор на региональных соревнованиях. Это техногенная авария, только одна из 5 дисциплин чемпионата. Кросс-эстафета 3 километра, комплексное силовое упражнение на перекладине, ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера, природного. Вот, то есть по всем направлениям нужно работать слаженно, показывать высокий результат. Если, например, показали бы на одной из дистанций только хороший результат, то мы бы не оказались, конечно, в тройке призеров. Дистанцию спасательной работы в условиях природной среды в этом году ориентировали на ликвидацию катастроф, связанных с подтоплением. Это связано с недавними событиями на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае. Пришлось поднимать на поверхность затопленный автомобиль, проводить ремонт нефтепровода, помогать пострадавшим, провалившимся под лед. Спасателям из Удмуртии в этом году достался и специальный приз – кубок за самое техничное прохождение дистанции аварийных водолазных работ. Нужно было провести подводно-технические работы, то есть в лабиринте, перерубая проволоки, перекусывая там арматуру, пилить нужно было всякие доски, достать из конечного итога пострадавшего и вытащить его наружу. Это очень полезный навык, там, бесценный опыт, который приобретается на этих соревнованиях. Мы его применяем в жизни. Жесткую конкуренцию нашим спасателям всегда составляли коллеги из Ставрополья. На этот раз удалось обойти и их. В следующем году спасателей ждут соревнования по многоборью на Кубок Урала. Елена Риверчук, Александр Шарабоков, телеканал «Моя Удмуртия». Таких же успехов я уже буду в качестве представителя ездить. Давай.